сегодня нахожусь в Бадене. Гуляю по мосту и вижу вот такой красивый вид. Ольга мой вид по Бадену. Мост деревянный, рядом башня. Сейчас мы туда пойдем. Река, как это называется? Лимат. Лимат, река Лимат. Дальше идет такая гора, вон скала сразу. А на горке дома богатеньких. Буратин. Как Лена, нравится Баден? Очень нравится. Мост красивый, тоже большой. Вот. Мы там шли. Да. Только что. Речка позеленела сразу. Да. Как солнце выглянуло, речечка приобрела совершенно другой цвет. И столько вон еще одна башня с часами. Да. Эта башня и там красивая, да. Доставка. Мы подошли вот к этому небольшому мостику. Сейчас пойдем по нему ходить. Тут очень интересная обработка этого моста. Вот такими вот деревянными чешуечками все оббито. Это так вот получается более он крепким из-за такой обивки. Водичка зелененькая. Вот он, такой мост, как раньше строили. Он сам мостик не длинный, но такой вот, когда войдешь вовнутрь, такой мощный. Стоим на мостике и смотрим вокруг. Вот этот дом зелененький, он стоит прямо в воде. Его фундамент, вот, если это заметно, находится в воде. Люди живут. Мы выглядываем в окошко на мосту. Сфоткались под короной и свернули на вот эту улочку. Начинается она с ресторана «Гроссер Александр». Великий Александр или как? Называется Кроненгассе. Переулочек Кронен. Вот идем гулять. Солнышко светит, но не ярко. А вон дом «Дикой утки».
Это 1777 год. Ага, желтенький, да, это? Утке был 1625, до этого построен голубой утке 1566, его видишь на голубые утки. Ага. Господи, что только не придумать. Точно сказочный город. Который? Вот этот белый. Вот это Лягушкин дом? Да. И вон лягушки нарисованы, наверное. А почему так это название делается? Лягушка, утка. Низко было, водились лягушки. Ничего себе, здорово. А следующий дом? Шмидты. Что такое? Шмидты. Я не знаю, что такое. Тоже чей-то, но картинок нету. Не знаю, ничего. Ага. Дашик. Ринд. Следующий. Имбат. Какая-то картинка есть. Что-то какой-то купальный. 1666 год. Ничего себе. Какие дома интересные, вообще не могу. А, к детской купальне. А-а-а. А, к детям в этом купальне. Да. К детям в купальне. Ну, и вот еще 1792 года. И тут написано что-то. И рисуночки наверху. Да. Очень интересно. И вот такие каталочки. Там детей возят. Очень интересно все. И идем по этой улице, гуляем, гуляем. Потом раз, видим дом Суртанна. Тана – это елка. 1497 года домик. Смотрим, окошки открыты. Подходим. И видим, кого мы тут видим. Сами не знаем кого. Какой-то папуас стоит тут. И маску держит. И вон еще масочка одна. Вообще, так интересно. Пойдем дальше. Вот это. А этот дом называется «К серому ослу». К серому ослу? Господи, сказка, да и только. Вон такие. Чик, смотрим, какая красивая архитектура. Угу. А вот что интересное. Ставни какие, как двери. Вот они так закрываются, как эти. Угу. Хочется даже потрогать. Хочется потрогать даже. Архитектурное бюро какое-то написано, не русский. Да. А, и вот написано 1517 год. Ходите, снимайте. Красота.
книжечки. Жаль, что не на русском языке. Берите бесплатно. С картинкой? Ну вот, возьми себе на память. Это йога, про йогу. Вот, видишь? Как раз пригодится, будешь йогой заниматься. Тут не по-русски. Ну и что, картинки есть. Фюр 52 недели? Да, за 52 недели. Тяжелая такая книжка. Ну что, тебе ж не в самолет. Возьми себе на память. Будешь немецкий учить. Я возьму и тебе оставлю. Это точно бесплатно? Точно бесплатно, gratis. Да, все, еще. Да, бегите. Давай, давай, выше, 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 к облакам. Привет, привет. Красота. Капуцинер штих. Подъемчик капуцинер. Пришли в центр.